Вот такой вот стильный розовый костюм и еще много других модных образов можно найти в шоуруме производителей одежды из Ульяновской области «Союз». Несмотря на совсем недолгий срок работы бутика, ассортимент его уже расширяется. В условиях санкций, когда многие зарубежные бренды приостановили или прекратили свою деятельность в России, бутик «Союз» помогает региональным производителям занять новую нишу на модном рынке. В июне магазин расширяет ассортимент и принимает новых резидентов. Ну, наш шоурум существует с 26 мая, мы открылись всего лишь месяц, но за этот месяц мы уже заметили, что интерес к российскому производителю, интерес к тому, что сделано именно жителями города Ульяновска, он очень большой. Мы заметили большой интерес к предметам декора всевозможным наши покупатели, поэтому решили создать такое интерьерное пространство, зону home, где будут представлены текстиль, свечки, предметы для дома. Одним из резидентов с первых дней работы магазина стал бренд детской и женской одежды «Увару». Торговая марка была создана дизайнером Анастасией Никитиной несколько лет назад. Модельер высоко оценивает перспективы новой площадки. Учитывая то, что сейчас очень многие игроки крупные с рынка ушли в связи с обстоятельствами сложившимися, да, вот, появилось такое предложение, чтобы объединиться нашими небольшими маленькими брендами ульяновскими и создать какое-то пространство, где можно будет найти и одежду, и детскую, и женскую, и также какие-то предметы для домашнего использования. Одежда торговой марки «Наскор» раньше продавалась только на маркетплейсах. Размещение в «Союзе» стало для собственницы бренда Анастасии Зиминой первым опытом продаж в торговой точке. И он оказался удачным. Поэтому компания продолжит работать в бутике, решая важную задачу импортозамещения иностранных товаров. Потому что у нас огромное количество творческих людей, которые только начинают, и маленьких брендов, и крупных производств, которые готовы взять на себя основную задачу. Проблему с сырьем мы решили, мы просто нашли новые пути получения нужных нам необходимых материалов. Я думаю, все будет отлично. Владелица бренда Larsa Home Лариса Довголюк производит одежду и товары для дома с 2017 года. Философия бренда основана на семейных ценностях и осознанном потреблении. В коллекциях используются пастельные оттенки, только натуральные ткани и вышивки, чтобы женщина, купившая продукцию бренда, достойно украсила дом, стол и сама была красивой. И я просто смотрю, что людям интересно, люди хотят импортозамещения. Вот. Самое главное, чтобы было качество, была натуральность и было достойно на самом деле использовать данную одежду. В планах основателей шоурума «Союз» масштабировать проект за пределы Ульяновской области. Местные производители могут получить государственную финансовую поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Ул Правда ТВ.